Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале, всех моих гостей и всех моих подписчиков. В этом видео я хочу вам рассказать о проекте криптовалютной индустрии под названием Current. Это интенсифицированный блокчейн-проект, который включает в себя мультимедиа и экосистему, которая предоставляет вам оплату за ваши медиа. То есть, давайте сейчас с вами более подробно разберемся в этом вопросе, потому что проект реально очень интересный. Это мы находимся на сайте белой бумаги, то есть это PDF-документ, в котором очень подробно описано о том, что же собой предоставляет этот проект, какие его преимущества. Эта белая бумага написана на английском языке. Кто владеет им хорошо, может прочесть. Кто не очень на профессиональном уровне владеет английским языком, вы можете посетить ветку Bitcoin Talk, где выбраны самые важные моменты из этого проекта, и все понятно даже на английском языке. Или же вы можете посетить сайт, официальный сайт данного проекта, и перевести его с помощью своего браузера на русский язык, что же и я сделала. И сейчас я вам расскажу кратко об этом проекте, что же он собой являет, какие его функции, преимущества, и что он будет, какая его идея. То есть вы будете получать оплату с помощью этого проекта за свои медиа. Какие же медиа? В первую очередь, Current — это проект стимулирования, мотивирования даже, который связан с блокчейн и потоковой экосистемой, что будет позволять вам выбирать и передавать, оплачивать ваши медиа, которые будут размещены на ваших гаджетах в различных приложениях. Вы можете скачать сейчас версию этого проекта. Уже есть приложение данного проекта, которое вы можете скачать, увидеть все функциональные преимущества этого проекта непосредственно уже на своем гаджете, на своем телефоне. Очень много преимуществ и очень много огромных возможностей предоставляет обычным людям. Вы можете даже присоединиться к реферальной программе, то есть зарегистрироваться на сайте, нажав вкладку «Присоединиться сейчас», вы зарегистрируетесь на сайте и сможете приглашать своих друзей, своих знакомых в этот проект. И получается, это токены данного проекта Current под названием CRNS. Вы можете заработать таким способом до 400 CRNS стоимостью $100 США. Советую вам задуматься над этим, если вы только входите в мир криптоиндустрии. Это будет вам очень полезным и очень легким способом заработать свои первые полезные в будущем для вас токены. Очень полезные. На сайте мы можем посмотреть краткое видео об этом проекте What is Current. Я не буду сейчас его демонстрировать, потому что вы сможете это сделать самостоятельно. Вы можете перейти на сайт, все ссылки я оставлю ниже под описанием. Вы перейдете на сайт и сами посмотрите это видео, потому что снимать видео о видео, мне кажется, не совсем будет правильно. Данный проект представляет собой следующее поколение медиапотоков. То есть медиа он будет развивать, и это медиа будет вам позволять еще и зарабатывать. Это будет проект, который позволит вам зарабатывать с удовольствием. Данная платформа Current, она консолидирует самый лучший контент и функции из самых популярных медиа-сетей, которыми вы пользуетесь, в индивидуальном порядке. То есть он берет вас за главную часть и сосредотачивается именно на вашей деятельности, за которую вы получаете награду. Протокол Current, он будет вознаграждать людей за их время, которое они будут предоставлять именно для этого проекта, пользуясь им. Когда вы будете просматривать различные объявления и некоторые данные, вы будете свои информировать об этом, и вы будете за это получать приличную очень даже награду. Сначала запуск будет осуществлен на текущей платформе, а протокол будет открыт для разработчиков и сторонних подставщиков.
Токен Current, он, как мы уже говорили о нем, имеет название CRNS. И данный токен, если вы будете им владеть, он будет уменьшать или устранять премиальные расходы на подписку и облегчать вам вашу деятельность на этой платформе путем различных покупок и приобретения различных услуг. Любой может заработать токен CRNS. Это очень важно, потому что сейчас есть люди, которые только входят в сферу криптоиндустрии, и они еще не понимают, что к чему. И вот именно этот проект позволит им более-менее разобраться с тем, что же такое криптовалюта, как на ней можно зарабатывать, какими способами и что тут нужно делать. То есть каждый желающий сможет заработать этот токен. Очень просто. Ваш любимый контент будет переходить через текущую платформу, которая вас будет за это награждать. Вы сможете с проектом Current сократить свои расходы на подписку и премию. Токен CRNS можно будет использовать очень быстро, без любых задержек, для того, чтобы уменьшить или исключить стоимость подписки на премиальные различные услуги для популярных поставщиков контента. Вы будете иметь доступ к вашему любимому, самому любимому контенту, ведь платформа Current, она почти с безграничной библиотекой контента, она будет вас удовлетворять в различных спросах на различную популярную музыку, различные видео, фильмы, аудио, книги и все, что вас интересует для вашего досуга, для вашего личного времени, которое вы уделяете вот таким вот медиа технологиям. Пользуясь такой платформой, вы будете не только искать то, что вам нужно, свои любимые видеофильмы, аудиокниги и тому подобное, еще и получать за это награду, получать деньги. Это очень приятно, мне кажется, и очень новшественно. Платформа Current, она очень проста в использовании, и ее кошелек также очень прост. Он создается автоматически, когда вы получаете токены CRNS. Каждый пользователь будет иметь свой кошелек на этой платформе, и во многих случаях сам проект Current, он станет первым цифровым кошельком, которым будет владеть мейнстрим. Это также важная информация, которую, я думаю, стоит отметить. Вот мы можем видеть, как приблизительно будет выглядеть это приложение, эта платформа. Токен CRS, токен сетевой сети, он предоставляет множество преимуществ на данной платформе. Когда вы станете их владельцем, у вас будет очень много преимуществ перед людьми, у которых нет этих токенов, потому что именно с ними вы сможете чувствовать себя уверенно. На сайте мы видим очень много информации, которую предоставляет команда, и все, которое вас интересует, вы можете узнать именно здесь. Токены, которые будут распределяться, они очень умно зафиксированы и будут распределяться следующим образом. Получить токены CRNS вы можете уже во время пресейла, который будет проходить в феврале, с 7 февраля до 21 февраля. Вы можете участвовать в этом проекте, даже когда вы еще никогда не имели валюту, не знаете, что это такое. Любой человек может получить первую криптовалюту, именно криптовалюту Current. Вот. И во время продажи токенов у вас даже будет возможность приобрести их очень по выгодной цене и иметь свой личный кошелек. Если у вас есть эфириум или биткоин, вы также можете участвовать, приобрести эти токены за данные валюты. Эфириум и биткоин, получить взамен токены CRNS. И если вас интересует препродажа, вам стоит обратиться на сайт и для того, чтобы узнать больше о покупке CRNS во время предварительной продажи. Для того вам нужно связаться с командой. Вы можете зарегистрироваться на сайте, ввести свой email для того, чтобы команда рассмотрела вашу кандидатуру для приобретения данных токенов. Также на сайте есть такие вкладки, как ответы на часто задаваемые вопросы.
Сейчас мы кратко посмотрим, вот, например, почему этот проект Current необходимо использовать блокчейн для достижения этих целей. Ну, во-первых, я думаю, блокчейн-технология, которая уже давно завоевала популярность, вот, и блокчейн имеет множество преимуществ. На первых этапах Current будет записывать вклады пользователей на платформу и вознаграждать их за то, что они присвячивают этой платформе свое время, внимание, и платформа будет постоянно развиваться в направлении, используя именно технологию блокчейн для содействия децентрализации и прозрачному распределению контента, платежей, товаров и услуг. Ну, вот такой вопрос, если вас интересует дальше. Почему Current выбирает именно Ethereum, пользуясь блокчейн? Сеть Ethereum, она выбрана потому, что она является одной из самых надежных платформ, созданных для интеграции приложений, имеет самое большое сообщество разработчиков. И Ethereum постоянно разрабатывается, совершенствуется, улучшается, и он один из самых убедительных платформ, которая будет простроена уже на вершине и будет иметь успех в будущем. Следующий вопрос — это вопрос, является ли бизнес зависимым только от интеграции сторонних IP. На текущей стадии первого этапа платформы в конце марта 2017 года она состояла из 8 государственных и частных интеграций, и значительная их часть была обеспечена за счет прямых партнерских отношений. Команда очень предоставляет огромное значение именно партнерским отношениям, потому что это важные отношения, которые должны быть в развитии каждого проекта. Важно отметить то, что цель проекта состоит в том, чтобы продолжать добавлять интеграции контента с течением времени. Это еще больше снижает влияние какого-либо интеграции на платформу Current. И эта интеграция будет существовать вместе с самыми популярными сетями. Также хочу вам представить очень полезный сайт. Это bitcointalk.org. Я постоянно вам его рекомендую для того, чтобы ознакомливаться с такими проектами. Официальная англоязычная ветка, в которой также кратко описано об этом проекте. Вы можете увидеть, сколько он уже имеет своих подписчиков и своих поклонников. Здесь можно кратко прочесть о том, что же такое токен Current, что же это за экосистема. И токен, один токен Current имеет цену 24 цента, и минимальная транзакция — это 0.03 эфириума, также soft cap, hard cap. Вы все это можете посмотреть. Также здесь мы видим, пресейл будет начинаться 7 февраля 2018 и заканчиваться 21 февраля 2018 года, то есть будет длиться не очень долго, а уже основная продажа будет проходить в марте, с 14 марта до 4 апреля, уже немного больше. Здесь также есть много информации о том и новостей, как развивается этот проект. Конечно же, команда опытных профессионалов. Об этой команде вы можете прочесть на их личных страницах LinkedIn, если вас интересует, чем они занимались, как они ведут свою деятельность. Вот, можете посмотреть. Их очень много. Это очень радует, потому что видно, что людей, если у людей много, значит, каждый из них делает свой вклад в развитие этого проекта, и можно понять, что это очень серьезные намерения. Тут видно, как развивался проект на протяжении нескольких лет и как он будет развиваться дальше. Это их плановая карта, дорожная карта. Ну и также есть множество уже новостей об криптовалютной платформе, и есть множество сайтов, которые вы можете посетить в различных соцсетях, и также иметь возможность узнать об этом проекте больше. Так что я вам советую присмотреться к этому проекту и определить ему свое внимание и свои инвестиции, потому что это тот проект, который предоставляет вам возможность не только получить то, что вы хотите, пользуясь именно медиа, но и он может вам помочь также
получить деньги за удовлетворение ваших потребностей, я бы так сказала. Это проект, который делает лучше и вам, и себе, но в большей степени он сконцентрирован на том, чтобы сделать лучше всем нам и улучшить нашу с вами жизнь. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, видео было для вас полезным.